Всем привет, ребята! С вами я, Флекс, и вы на моем лайв-канале. Это первое видео, ребята. Сегодня, ребят, просто будет бомба-видео. Потому что я сегодня за 24 часа попробую снять 50 видео, ребят. И посмотрю, я поднимусь ли, ребят, активность поднимется ли. У меня было 5 подписчиков, ребят. И посмотрим за 24 часа, сколько будет, ребят. Я ровно сниму 50 видео. Ну ладно, давайте я уже погнал. Вот это вот снять. Погнали. Друзья, уже снял 10 видео в ТикТок. Это уже вот типа нормально. Вот я уже не знаю. 40 еще, 40, представляете, 10% зарядки. А я сейчас начал, уже до завтра уже должен закончить, ребят. Поэтому поддержите, пожалуйста, все ТикТоки, которые я вам рассказываю, есть ссылки в описании на моем ТикТок аккаунте, где ссылка будет в описании, если что. Ровно 50 видео, из них я снял уже 10, ребята. Пока что один залетает в топ, я посмотрел уже 25 там просмотров, он тихо-тихо уже поднимается, ну остальные пока что нет. Ну ждем, ребят. Ребят, уже снял 25 видео в ТикТок. И вы не представляете, как это сложно, понимаете? Вот разные эффекты у меня вот в телефоне не поддерживаются. Я не могу сейчас вот эти вот тренды делать. Я бы хотел тоже в топы залететь, но не смогу, вот, ребят. Еще 25, когда это будет? Ой, блин. Сейчас вот уже 23:00. Я еще делаю 25 только сделал, еще надо сделать 25, о боже. Когда сделаю 35, еще раз верну, ребят, но пока давайте продолжать. Вот, если что, вот такие вот ролики снимаю, если что, вот. Можете увидеть, тут монтажер, я сам. Тут вот поставлю, что ли. Ну, короче, все, давайте. Больше не могу, ребята, больше не могу. 35 видео уже в ТикТоке, понимаете? Это очень трудно, ребят, с каждым вот ТикТоком, когда ты загружаешь. Да, минимальная у меня реки залетает, да, там по 100, по 200 смотрят, по 150. Но за один день нельзя так чисто сделать вот много подписчиков. Но мы, ребят, после этого видео, еще я буду ждать или 2, или 1 день, ребят, после этого, как я сделаю 50 роликов. Я сейчас уже сделал там 36, по-моему, да. И вот так вот, ребят, мои ощущения, еще надо доснять 20 тикток, 15 тиктоков, и, ребят, все, я вот теперь вот сниму 15 тиктоков и к вам еще раз вернусь, но вы, ребят, просто не забывайте подписаться, и вот некоторые видео. Крутые, ребят, видео получаются, если что. Очень круто, ребят, ссылка будет в описании ТикТок. Еще раз повторяю, 35 видео ТикТок за один день, это вообще невозможно. Да, я сделал вот типа 10 видео и просто черновик загружаю, а потом через минуту, через 10 минут загружаю, потому что сразу, если будешь загружать, это как-то не будет залетать. Ну вот так вот, ребят, я продолжаю. Наконец-то, ребят, снял 50 видео в ТикТок. Это было очень трудно, но... Ребят, мои ТикТоки по 80, по 100 вот собирали по минимум, вот. Есть за 200 просмотров. Вот так вот, ребят, за 2 дня вот собрали вот такие вот количества. Вы можете увидеть на моем вот в описании сами, ребят. Вот, ровно снял 50 тиктоков. Вот, с этими вот 50, потому что вот, понимаете, вот здесь уже 45, тут, думаю, 50, да. В общем, но 50, 166 лайков, 24 подписчиков, это у меня было 5 подписчиков, и прибавилось 19, ребят. За 2 дня, за 3 дня, да, можно стать, но если ты будешь вот конкретно будешь работать над твоим вот тиктоками, я теперь буду вот теперь каждый день выкладывать видос, вот этот вот видос мне очень понравился, ребят, сами посмотрите. И всем привет, ребята, всех наступающих. Здесь я поздравил наступающим вот таким вот голосом, я научился сделать. И все, ребят, вот такие вот я сделал челлендж, если вам понравился, еще будет, ребят. И вот еще один челлендж, который очень сильно вот, не челлендж, а видео, которое поднялось.
Я даже сам не знаю, у кого-то вот стырил чисто. Ребят, следующее видео будет очень крутым, влоги я вот эти вот буду делать. Ну вот так вот, ребят, если вам понравилось, просто подпишитесь и все. Ну я постарался, ребят. Это видео выйдет после 1 или 2 декабря, потому что на 1 января вас ждет очень крутое видео, ребят. Ну уже вышло, я думаю, потому что после этого видео выходит это видео. Просто, ребят, хочу сказать, что сегодня, ребят, 31 декабря заканчиваю ролик. Я начал 28-го, ребят, вы понимаете? Не 24, а уже 3 дня проходит. Я не понимаю, почему. Просто, ребят, я не могу загружать видео, потому что TikTok мне пишет, вы уже сделали там максимум 30 видео, не можете. И просто я ждал. Это не моя вина. И вот я, ребят, закончил челлендж, ребят. И я еще, ребят, хочу экспериментировать на Япи, на Лаки, ребят, там на Инстаграме, на других соцсетях. Если вы хотите, ребят, просто пишите. Ребят, это лайв-канал, мы можем здесь любые челленджи устраивать. Я еще, ребят, очень крутые вот идеи есть. Просто я их сделаю, ребят, на следующих видео, поэтому ждите. Не забывайте подписаться, если вам пару видео, это видео понравилось, не забывайте подписаться, ставить лайк на Телеграм, на первый канал с реакциями. Вот тут вот пару видео, которые я сделал, вот. И еще, ребята, я вас жду, ребят, на этом канале, просто подпишитесь. С 1 декабря, 1 января мы начнем 2023 года и посмотрим, через год, сколько же у нас будет подписчиков на лайв-канале. С вами был я, как всегда, Флекс, и всем пока.